снимать видеоблог. Я в электричке Зеленограда сажусь, чтобы доехать до Ярославского вокзала и ехать, собственно, в Ярославль. Это видеоблог. Я взял сочники в дорогу. И все, можно ехать. Это видеоблог. Красивый. Встречаемся. Вот он. В капюшоне и в шапке, блядь. Конечно, здорово. Все как все мама как учила. Учили, конечно. Все. Ну что, это Олег Звукач, помните? Олег Звукач. Раньше был просто Звукач. Да. Теперь Олег. Олег Звукач. Подъем. Это никак не связано со звуком, это кликуха ему в тюрьме дали. Все, это видеоблог. Потому что... Смотри, видишь, все едут в Ярославль кататься на лыжах. Это самая столица лыжная. Это видеоблог, кстати, если что. Извините, пожалуйста, здрасте. Это же вагоны, правильно? Ну да. Все. Че ты, бля, выходи, понял, бля? Выходи, тебе сказали. Иди сюда, поговорим. Это видеоблог. Стас. Видеоблог, всем привет. Леха, привет. Опять. Привет, всем привет. Я до основа. Чего это я? Почему ты пошли напротив солнца? Леша, сейчас тебя накажу. Это видеоблог. Есть состав. Он не раз поступил. Нельзя, да, здесь ехать? Он тебе знает. Я думал, можно здесь доехать. Леша, бесплатно. Это видеоблог. Да? Наверное, 2016. Обычно я такой потом, блин, спасибо, что меня не пустили с этим говном, я потом это говно даже не снимал. Мою нерабочую сторону. А какая это рабочая сторона? Вот это, когда не видно шейную зону. То есть вообще снимать нечего. Это видеоблог. И чего? И секрет. Очень смешно, Серега платится, когда он на монтаже. Ну, я хотел написать монолог, если у тебя есть время, типа... Просто сильный запах. Я Щербаков, я уже знаю, когда он будет. Обманка будет. Когда он глотает, я знаю, что будет другой поворот. Очень смешно. Ну как в городе, сказать надо. Как в городе. Ну тебя была прям, он мне показал, мне очень смешно стало. Какая тебе была шутка? Ну смешно же, видишь, блядь, смешная же была она. Да смешная, какая была шутка, не помнишь? Прям глотнул. Ну, как, знаешь, типа, шуток... пауза, все подумали одно, а он сзади оказался. Вот. Если я скажу здрасте. Ты заколебал. Ну что ж, с вами унижение. Тихо. Ну что ж, унижение ТВ. Добрый вечер. Добрый вечер. Было в конце ноября. Сколько тебе модулов? Потенциально 3. Пока. А сколько с ученикой был? Ни один. Все быстрее закончилось. 21 февраля. Ну, открытым ртом просто. Ну, у меня. Да, да. Так громче, чем он говорит. Так громко вообще. Про Навального Португал говорит. Не про моего. Про блок мой. Да-да-да-да-да-да. Ты сейчас крупным планом. Ты сейчас крупным планом. Ваня. Главное, что рабочая сторона. Си, до силя. Нет, и у него же. Слав, а где Леха? Леха спит. Леха, спишь? А, это видеоблог. Да. Короче, мы взорвали Ваню на кровать. Сейчас он придет. Начнет возмущаться, а я на него нападу.
Заходи. А, я думаю, я не могу. Я потому что не могу открыть. О, ребят, чайку пьете. О, а мы тебя знаем. А это видеоблог. Comedy Club? Да. Вот он, блядь. Дорогуша. Это видеоблог. Да, естественно. Это видеоблог. Спасибо. Всем привет. Дорога, дорога, дорога. Ну, а что делаете вы? Выходите? Да не надо там, не прыгайте. Не надо. Это видеоблог, да? Это видеоблог. Видеоблог. Здрасте. А это же вагоны, правильно? Да, да. Все. Это вы вроде знакомые. С Comedy Club? Ну вот он. Да? Да, я да, да. Вроде... Иван Абрамов. Друзья. Это Ваня Абрамов, вот он. Это же Иван Абрамов. Вот он. Пара по парам смотрели? Смотрели? Конечно. Да, вот он. Он вот это музыкальный клуб. Да, конечно. Мы идем, навекаем, как вот это. Ты сними свой американский флаг, десантура. Вот, сейчас в комментариях срач начнется. Давай, давай, патриот тоже. Сейчас нельзя быть непонятным. Есть японский флаг, вот он, японский. Японский, офи, вот ты еще и там. Перл Харбор. Давай, Перл Харбор. Видеоблог. А вот, Марин, сфоткай нас, пожалуйста. Нет, ну да. Сейчас, что такое? Марина пишет видеоблог. Вода, держите. Вот это. Раз, два, три. Здравствуйте. Все в порядке. Все в порядке. Все, ребят, спасибо, удачи вам. Это видеоблог. Смотри, вон в шортах. Яйцесос. Короче, это видеоблог. Вот вокзал. Не подскажите, вокзал здесь? Вань, присаживайся. Здрасте. И мы знаешь, куда едем? Тут вон все туда. Ради себя, Вань, все вокруг тебя. Вон туда мы едем. Все, я в номере. Это видеоблог. Смотрите закат. Видно вам? Красота. Мы приехали в 5, а концерт в 7. Поэтому я просто забежал на 10 минут в номер, и мы едем на площадку. Это видеоблог. Это видеоблог. Здравствуйте, ребята. Это видеоблог. Здравствуйте. Это видеоблог. Мы приехали на площадку выступать, идем посмотреть. Концерт Юлии Ахмедовой. Все приходим. Я Славка, Ванька и Стас. Это видеоблог. Вообще другое видео. Вечер.
ресторан, не спускай, может. Это видеоблог. А у меня там каким-то чудесным образом... У меня там чудесным образом хорошо прошло выступление вообще в целом. Можешь заснять, что меня никто не уважает в коллективе? Да, давай, давай. Они слушали, но там был прикол, что он стоял диджейский пульт, от него шел провод, и я, типа, не мог вот уже сюда, я, типа, только вот так мог, знаешь? Какие-то люди на сцену лезут, дать тебе пять, вот это вот. Это видеоблог. На примерке, я уже выступил. А Иван просто хочет пожелать вам немножечко тепла. В этот и без того... Теплый февраль. А, ты снимал? Да. Это можно сделать концом видеоблога. Конец видеоблога. Что конца видеоблога? Конец видеоблога будет заканчиваться твоей лирической музыкой. Потом будет вот так вот гаснуть картинка, и будет музыка продолжаться, а на фоне уже будет, как мы на поезде уезжаем, а сзади закат. Я попробую так сделать в видеоредакторе на Самсунге. Я в пуле. Мы родили кабанам. И пока я в примерке один, мы соберем ништяки. Мы пошли. О, еще одна реклама. DVD-к. Губка классик. Забираем. Кто не видит? Твою мать. А то сейчас завалится. Блин, еще кто-то. Грушу. Съем в поезде. А, чай, естественно. Набрала рекламу. Мед еще цветочный. Цветочный, толстый, сискастый мед. Опа. Что нам понадобится. Такс. У нас тут сильно гомофобная нация. Я даже сейчас сказал слово. Я же говорю, вы что? Ну чего? Рассказывай. Все хорошо. Почти центр получается. Ну не почти, а центр так. Получается, что центр. Да. Красивые свои деревья такие. Вань, видел, нет? Где? Вот, блядь, где. Это видеоблог. Я пришел в номер после концерта. Все хорошо. Что у нас здесь? Я еще даже не сказал. О, здесь я устрою, как бы вы думали, что? Конечно же, хамам. Начну Ярославль. Смотрим. Вот он. Это видеоблог. Я встал и позавтракал. Короче, я не показал вам вчера хамам. И все вообще, как закончился вечер. Это секретик останется навсегда. Никто не должен знать об этом. Нет. Сейчас пойду в Ярославль, получается. Погуляю, наверняка. И покажу, что к чему. Не отвечаю. Ко-ко! Это видеоблог. Блядь! Как один! О, господи. Паническая атака была. Марина, администратор, будет еще спрашивать, что за тёлка. Меня без администратора никуда не пускают. Я не хотел, я хотел один. Это видеоблог. Очень круто. Классное колесо. А вон мужчина. Извините, пожалуйста.
А вы не скажете колесо обозрения где? Что? Колесо обозрения где, не скажете? Что где? Колесо обозрения. А вот это что? Вот это? Да. А можно прокатиться? Конечно, как. Билеты получены. Здрасте. Здравствуйте. Колесо же, правильно, обозрение, все? Конечно. А что, не видно? Ну, я мало ли, я первый раз. Вот сюда проходите. Там анкетку можете одну хотя бы заполнить. Ничего сложного. Хорошо. Так, пол мужской. Давайте. Сколько лет? 9. Какого города? Кыштым. Кы. Род занять. Работающий школьник. Здравствуйте. Добрый день. Вот, видите? На английском, на немецком это кто? Хене. Кто это? Давайте на итальянском. Buongiorno. Тин-тин титурито, сеньоро. Пердучо, пердучо. Короче, вы поняли, что мы второй круг просто не осилим по времени, поэтому сейчас с администратором свяжемся, позвоним ему. Где там? 8-4-8-5-2. Что там? 3-3-5-5-0-5. Это Samsung реклама. Лучший телефон. Алло, здрасте, кабиночка беспокоит вас. Что? Кабинка беспокоит вас. Так. Мы, короче, что-то испугались, поэтому во второй круг мы не поедем, хорошо? А у вас где едете-то? Вверху далеко? Да нет, недалеко. Не, мы потерпим, имеется в виду, не так, чтобы мы прям... Нет, а у вас два круга получается? Да, получается, что два. Мы просто два взяли. Ну, смотрите, я-то нахожусь здесь, не в операторской. Будете подъезжать, стоит оператор, все ему скажете, он... Когда откроет дверку. А он будет открывать, да? Конечно, обязательно. Точно? Ну как же, он стоит на вокзале. Ну так а если на второй круг он такой, не буду открывать, езжайте второй круг. Нет, вы если не хотите, вы хотите. Мы не хотим. Он хоть. Да, мы. Ну что тогда? Ой, она качается, она качается. Ну я понял, ветер сегодня ветерочек такой. Все, я понял, сейчас я скажу. Хорошо, ладно. Хорошо, ясно. Короче, просто ехать, блядь, 40 минут два круга, прикиньте, 40 минут. Я что-то так психанул, думаю, ну что, деньги есть? Деньги есть. Чего не два не взять? Можно 6 кругов взять. Но у нас нет времени до сентября, поэтому... Ему уже передали, что мы обоссались от страха, и он такой, ха, лохи. Спасибо, налево. Спасибо. Надо, конечно, предупреждать, что так страшно. Предупреждать что? Выход налево. Что страшно так? Что страшно? Здорово! Чуть не обоссался. Здорово ему. Видеоблог. Мы в такси. Мы сейчас в такси же, правильно? А? Мы же в такси, правильно? Ну да, а так-то. А чё? Ну просто спрашиваю, чтобы там все понятно было. Это видеоблог. У вас тоже видеоблог, да? Это видеоблог. Извините, я же правильно понимаю, что это Ярославль? Конечно, а вы думали кто? Ну вот, все тогда. А вы куда приехали? Ну вот я-то о том и говорю. Ярославль. Спасибо большое. А вы не подскажете, это же сувениры, да? Ну все тогда. О, отлично. Конец видеоблога будет заканчиваться твоей лирической музыкой. Потом будет вот так вот гаснуть картинка, и будет музыка продолжаться. А на фоне уже будет, как мы на поезде уезжаем, а сзади закат.